то под гору, то в гору, бежит прямая магистраль, как разве только жизни в пору все время рваться вверх и вдаль. Конечно же, саратовцам этот год запомнится как год дорог. И мы действительно рвались вперед, работали в круглосуточном режиме и при любой погоде. Делали то, что запланировали, руководствуясь первостепенными нуждами людей. Пять строек великих, как пять маяков, светящих сквозь толщу грядущих веков. И юг озарили, и жаркий восток, и в сердце народном родили восторг, писала Анна Ахматова об ударных народных стройках. Сегодня понятие народной стройки к нам снова вернулось, как и прежде символизируя патриотизм, единение ради общей цели. Спасибо вам. Спасибо тем, кто трудится в полях, налаживает станки, строит дороги и возводит дома, лечит и учит, занимается творчеством, управляет предприятиями. Спасибо всем, кто посвятил себя благотворительности и общественной работе, законотворчеству, инновациям, военной службе и воспитанию детей. С праздником, друзья, с наступающим Новым годом, здоровья, мира и всех благ. Пусть стихи и проза вдохновляют нас и впредь. Спасибо.